Ortada bir hata var. Ama bundan en çok sen ve Çınar zarar gördünüz. Yine ne kadar büyük bir kaybın olduğunu gösterdin herkese. Ama senin aklında başka bir şey var. Büyük bir sorunumuz var. Baba, Mardin'e gideceğim ben. Mardin'e gittiğine pişman olmalı. Olacak. Baran, ben de mi gelsem? Bir de soruyor musun? Çabuk hazırlan, hadi. Tüm karabeylerden intikam alacağıma yemin ettim. Karabey aşiretinin ağası benim artık. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Выяснится ли, что Джейда изменила лекарство Дилану? Есть ли у Берана другие сомнения по поводу лекарства? В чем заключается большая проблема, о которой говорит Акиф? Зачем Беран поедет в Мардин? Устроит ли он засаду Тарику Барану? Будет ли Тарик лидером племени Карабей, как он упомянул? Сможет ли Хасан сказать Азади Ханем, что Тарик и Хаджер пытаются отомстить Баранам? Акиф понимает, что Берфин – это Айши, что теперь будет. Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы с Бараном и Диланом в Мардине не случилось ничего плохого, и Тарик пошел не так, как планировал и желал, племя должно встать на защиту Барана и понять, что произошедшее было неправильно понято и что вся проблема произошла из-за Тарика, не забывайте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Когда Дилан увидит Джейду с собственными лекарствами в руке, наступит хаос. Пока Джейда замирает, не зная, что сказать, госпожа Хасиби придет ей на помощь. Как только госпожа Хасиби вернется в особняк, госпожа Хаджер поймает ее у двери и попросит извиниться, сказав, что она смутила ее из-за своей невнимательности. Дилан со своей обычной наивностью предупредит его, чтобы он впредь был осторожен и не нападал на него. Берон будет поражен тем, как он так спокойно справился с инцидентом и завершил инцидент, не испортив своего мастерства. Однако Баран думает, что этот инцидент не так уж и прост, и не отпускает его, потому что Чинар и Дилан очень пострадали от этого инцидента. Он сможет получить лекарство для Дилана у Гэжи Хасиби, чтобы я мог следить за ними с этого момента. После того, что Джейда сделала с Чинаром, Баран больше не доверяет ей и подумает, что в этом могут быть и другие причины. Несмотря на то, что он пытается понять, почему лекарства Дилана оказались у него, он не может найти причину. Таким образом, Джейда теперь находится под опекой Барана. В то же время госпожа Азади уже не думает хорошо о госпоже Джейде и Хаджере, она будет искать смысл и ясность в каждом их движении и каждом слове. Следя за контрактами и делами компании по просьбе Акифа Барана, он обнаружит некоторые вещи, которые Барану совсем не понравятся. Он немедленно придет в особняк, чтобы рассказать об этом Барану и рассказать об этом господину Кудрету и Барану. Баран, который не хочет, чтобы Тарик узнал об этих расследованиях, продолжит проводить их тайно. Затем Барану позвонит Мардин, и он узнает, что Хаджер Ханем и Тарик раздают там финансовую помощь родственникам и друзьям и пытаются привлечь их на свою сторону. По этой причине он отправится в Мардин и захочет напрямую узнать от тамошних, в чем суть дела. Баран узнает о целях Тарика и Хаджер Ханем после того, что он там услышал. Узнав, что Баран собирается в Мардин, Тарик устроит ему засаду, чтобы он не смог вернуться оттуда. Благодаря этой засаде он стремится убить Барана и стать лидером племени. Когда люди в племени услышат правду от Барана, они постараются встать на сторону Барана и защитить его, чтобы он никогда их не обманул. Берон узнает, что устроена засада, и нейтрализует ее благодаря людям в племени. Таким образом, энтузиазм Тарика будет брошен на произвол судьбы, и все его соглашения будут расторгнуты одно за другим. Причиной, по которой Баран не впустит их, будет Чинар. Возможно, он захочет дать Тарику еще один шанс ради Чинара. Хасан все знает, но ничего объяснить не может, потому что не умеет говорить. Однако его состояние улучшается, поскольку он больше не принимает лекарства, которое дала ему госпожа Хаджер, чтобы заставить его заснуть. Пока госпожа Азади заботится о ней, она что-то рассказывает и пытается объяснить, что планирует Тарик и госпожа Хаджер, но госпожа Азади не сможет понять, потому что она не может говорить.
пока Акиф пытается установить связь между Берфином и Айшей, когда он увидит платье, которое шила для Айши его тетя Айхан, он ясно поймет, что Айши на самом деле Берфин. Я думаю, Акиф хочет, чтобы Берфин ответил, отправив сообщение, вместо того, чтобы немедленно поговорить с ним. Находясь в той же среде, он отправит сообщение Берфину, и если Берфин ответит на сообщение, он захочет позвонить ей, пока она с ней, и захочет узнать, почему она солгала. Итак, вы думаете, Дилан узнает, что лекарство смешало Джейда, а не госпожа Хасиби? Сможет ли Джейда снова вмешаться в лекарство Дилана? Сможет ли Бэрон убедиться в том, в чем сомневается? Что произойдет между Тариком и Бараном после того, что узнает Баран? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.